Запеченная грудка с помидорами – очень вкусное блюдо, всем рекомендую попробовать, думаю, понравится. Очень простое в приготовлении блюдо: грудку надрежьте, формируя карман, посолите, поперчите, начините кармашек помидором, выложите филе в фольгу, присыпьте сыром и запекайте минут 20 в горячей духовке, объедение. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Куриное филе вымыть, острым ножом сделать разрез, карман. Натрите мясо солью, перцем, специями к птице, я от себя добавила чесночка. Нарежьте один помидор, уложите колечки помидора в образовавшийся карманчик. Из фольги сделайте поддончик, уложите туда куриное филе, верх филе смазать сметаной, посыпать твердым тертым сыром, разогрейте духовку до 200 градусов, запекайте в открытом виде, не накрывая, около 20 минут. Подписывайтесь и ставьте лайки. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Обещанный список ингредиентов. Куриное филе 1 штука, помидор 1 штука, твердый сыр 50 грамм, соль, перец, специи к птице по вкусу, сметана 1 столовая ложка, количество порций 2. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Жду снова и желаю вкусного дня!